הקשר בין עליון ותחתון? נאמר שאנחנו עוברים תיקונים. במה זה מוסיף לעליון? במה זה מוסיף למעלה? Связь нижней высшей ступени. Чем это добавляет каждому из нас? Мне, учителю. Когда вы проходите исправление, скажем, мы и вы, мы сейчас проходим исправление, что это добавляет вам? Каждый мне добавляет. Как? В чем? В том, что я обязан дать ему исправление. Вчера вы сказали, что вам было приятно слышать семинар. Не, смотри, я не понимаю. Если, скажем, у меня есть несколько тысяч человек, учеников, каждый немножко хотя бы желает духовного, так автоматически это все через меня действует. Так же, как действует все сверху вниз, так же и снизу вверх. Ты то же самое, ты ходишь по разным школам. Каждый, который делает какое-то распространение, и насколько люди вокруг него пробуждаются, присоединяются, все это проходит через него. Ты сейчас все еще не чувствуешь, насколько все это работает и всю эту сеть. Потом ты увидишь, насколько все это дышит. Это есть духовный мир, который ты раскроешь, насколько ты все время с ними, так же, как в этом мире в виде тел, ты почувствуешь там, насколько ты с ними находишься в привлечении святов и келим постоянно.